Органами Следственного комитета по Свердловской области расследовалось уголовное дело в отношении двоих местных жителей, обвиняемых в похищении человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору. По данным следствия, ранним утром 9 июля текущего года у дома по улице Шейхмана в Екатеринбурге был похищен гражданин 62 года рождения, которого несколько сообщников насильно усадили в автомашину ВАЗ-2114 и увезли в неизвестном направлении. В ходе комплекса мероприятий, проведенных Следственным комитетом и полицией, вечером 10 июля в Екатеринбурге был задержан один из фигурантов, местный житель 86 года рождения. В последующем удалось выйти на след и второго подозреваемого, мужчины 94 года рождения. По данным следствия, похищение было совершено из иной личной заинтересованности. В ходе расследования выполнены необходимые следственные действия, в частности, проведены допросы свидетелей, изъята и осмотрена автомашина, на которой совершалось похищение. По изъятым следователям-криминалистам СКР при помощи современной кримтехники и вещественным доказательствам были назначены необходимые экспертизы. Необходимо также отметить, что в настоящее время продолжается расследование в отношении третьего фигуранта, который, по версии следствия, также имеет отношение к совершенному преступлению.